Привет, друзья! Меня зовут Зверько, и это обзор навыков реворкнутой Наны. Меня часто спрашивают, как попасть на тестовый. Если вы неофициальный представитель ML, лучше забейте. Кроме того, на нем пинг практически 300. Все время. И все герои платные. А поскольку это тестовый, тут постоянно изменения и разные баги. Зачем вам это? Итак, на тестовом сервере Нану изменяли несколько раз. И поначалу я воспринял в штыки некоторые изменения, но потом придумал применение, а в дальнейшем опробовал на практике. Сейчас вам расскажу, какая Нана в настоящий момент. Кстати, облик сделали очень миленьким на стадии выбора. О навыках. Пассивный все так же дает нам и союзникам монеты. Но радиус, кажется, увеличили, и над союзниками теперь появляется монетка, что значит, они под нашим бафом. Баф от лесного монстра Нана получает как для мага, что весьма полезно. Смотрите видео про бафы. Первый навык. По-прежнему бросает бумеранг, наносящий урон. Полет бумеранга замедлили немного и чуть снизили урон. Бумеранг все так же замедляет при попадании в противника. Второй навык. Вот мы подобрались к интересному изменению. Вместо мгновенного каста превращения Нана выкидывает малину в выбранную точку, притом довольно далеко. А у малины есть еще радиус ее активации. Таким образом, радиус навыка значительно увеличивается. Как только в радиус малины попадает противник, кошка начинает охоту на него, что показывает иконка над героем. Ведь скоро этот персонаж будет превращен. При превращении он получает замедление, уменьшение магической защиты на 25% и магический урон. Особенности навыка. Первое. Мина-кошка довольно долго находится на земле, можно поставить их даже две. Второе. Радиус ее активации противнику не виден, а если кошка в кустах, то не видна и кошка. Теперь этим навыком можно хорошо отзониться, когда забираете баф или краба. Да и вообще, в любом случае, вы как бы ограждаете себя от внезапной атаки. Ульта теперь не подкидывает, а наносит урон в 3 последовательных круга. Если персонаж получает урон, на него висится замедление. А если урон от 2 кругов, то получает оглушение на 1 секунду. Чтобы попасть с 2 кругами, можно или угадать его направление, или применить к убегающему. Меньше контроля, но площадь поражения навыка большая, и урон впечатляющий – 640 плюс 180% от магической силы, а КД всего 28 секунд без снижающих КД предметов. Итак, разработчикам удалось сделать из Наны достойного мага. Посмотрим, какой ее выпустят на официальный сервер. Пишите в комментариях ваши впечатления, подписывайтесь на канал и ставьте лапки. Всем пока!